Во время рабочей поездки в Мурманскую область командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков вручил государственные награды росгвардейцам, участникам специальной военной операции. В соответствии с указом президента, специалистов ведомства наградили медалями за охрану общественного порядка. Росгвардейцы задерживали пособников ВСУ, выявляли схроны с оружием и боеприпасами, обеспечивали безопасность гуманитарных колонн, оказывали помощь раненым и пострадавшему населению, вели охрану и оборону коммуникаций, объектов повышенной опасности, энергетики и жизнеобеспечения.